Привет. По просьбе подписчика разберем сегодня песню группы «Синдром восьмиклассника. Мне больно и грустно». Значит, чё? Основа у нас на трех аккордах с добавлением аккорда М, то есть А, А диез и Д. Потом идем в обратку и уже аккорд F. Ну, либо здесь. То дальше в куплете, когда начнется про «найдут гниющий труп мой», там у нас играется связка и из трех аккордов. Выглядит это так. То есть он чередует сперва А, Ф, А диез, F. Ну, собственно, все. Тут больше добавить нечего. Песенка простая. До новых встреч!